На велосипеде на работу, облетая пробки. Это не сюжет фантастического романа, а сегодняшний день. Российские ученые изобрели байк, который приводит в движение 4 винта. Его первый полет презентовали в Москве. Велосипед получил имя Scorpion 3. Он может перевозить до 120 килограммов живого веса и способен развить скорость до 50 километров в час. Дорожные заторы этому байку не страшны, как и водные препятствия. Он движется на высоте 10 метров над землей и может находиться в полете до получаса. Этого времени в большинстве случаев достаточно, чтобы добраться до работы или слетать в магазин за хлебом. На такси наши люди в булочную не ездят, зато будут летать на велосипедах.